Очередных успехов добились представители Тверской школы борьбы «Олимп». Наши земляки привезли целую россыпь наград с первенства России по универсальному бою. Этот турнир в течение 4 дней проходил в поселке Лазаревское Краснодарского края. Универсальный бой на самом деле это не одна, а несколько дисциплин. В ходе соревнований спортсмену надо преодолеть полосу препятствий, в том числе и с метанием ножа, продемонстрировать меткость в стрельбе из пистолета, ну и, конечно, победить соперника на татами. Ставший чемпионом страны Аристарх Маслов отмечает, что ему интереснее всего именно полоса препятствий. Мне нравится сама полоса, как ее можно быстро проходить. Нравится стрельба, метание ножей. Национальное первенство, проходившее в Краснодарском крае, собрало около 1000 спортсменов со всей страны. Тверичане на этом турнире были далеко не последними. Среди тех, кто на родину вернулся с наградой, и Инесса Конева, ставшая бронзовым призером. Девушка отмечает высокий уровень соревнований. Уровень достаточно высокий, соперники достаточно сильные. У них можно чему-то поучиться даже, техники какой-то. Всего на этом турнире делегация из Тверской области завоевала 19 наград, из которых 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. В итоге нашим землякам досталось и первое место в командном зачете.